всем, дорогие друзья. Вы знаете, вот так вот неожиданно, можно сказать, в нашу студию ворвалась чудесная, замечательная певица по имени Эльвира Т. Здравствуйте, привет, Эльвира. Всем привет, вы Берлин. Только с корабля на бал, получается. Реально, да, мы только вот приземлились и сразу сказали на радио. Быстро, на радио, ну, правильно, быстро, зачем, да. Зачем сходить в туалет, зачем поесть? Надо сразу к нам. Все это ненужные вещи. Абсолютно никому не нужно. Но давайте откроем карты, давайте честно. Вы же не просто к нам пришли. Все потому, что сегодня вечером. Сегодня вечером у меня выступление, конечно, в Берлине впервые. Я уже была в Германии в июне, я была в городе Висбаден, в небольшом городе, а теперь в столице, в Берлине, поэтому все, приходите. По нарастающей, да, да. Дорогие друзья, замечательная певица Эльвира Т. будет сегодня, несмотря на то, что пятница 13-я, как бы это вообще никого не пугает. Это даже, мне кажется, прикольно. В этом есть определенный шарм. Фишка. Сегодня я просто быстренько напомню, в клубе Е4 прямо на Потсдамерплац по адресу Айхонштрассе 4 будет мега-вечеринка, плюс еще, конечно, как вишенка на тортике, ну, ваш, да, концерт. Спою. Это хорошо. Давайте сначала расскажем, как вообще, что будет на концерте, что будет на вашем выступлении. Или секрет? Особенное. Нет, на самом деле ничего особенного. Танцоров не ждите, балет никакой не ждите. Танцоры будут в зале. Танцоры будут в зале, да. Поэтому, если вы в хорошем настроении, на позитиве, или наоборот, хотите погрустить, подумать, что-то вспомнить, приходите, потому что у меня разные песни, разная программа, можно и погрустить, и потанцевать. Все включено, как говорится. Отлично. Ну, в принципе, если можно так сказать, то есть вы начинали очень юной вообще, как бы, ну, вы сейчас... Ну, мне кажется, бы, да, я вы до сих пор просто юная. Ну, там, скажем, вообще девчонкой, вообще девчонкой. Сейчас вообще уже, девчонкой, сейчас уже, да. Как бы, я целая девушка, да, скажем целая. Так. Целая. Как вообще началось? Вот как вот вообще, почему вы подумали, что надо вот петь? Началось через интернет таким вот волшебным способом, точнее, даже не волшебным, уже реальным, и реальным для вообще для всех, то есть не обязательно, тебе не обязательно родиться в какой-то семье определенной, музыкальный или богатый, или там в Москве, например, не обязательно совершенно, если у тебя есть доступ талант, к интернету. Доступ к интернету, талант и вообще... А иногда даже отсутствие таланта тоже играет кому-то на пользу. Вот, поэтому, то есть, какие-то просто вот... Короче, ключевой фактор — это социальность твоя, желание и, конечно, интернет. Доступ к интернету. И ты сама все сделала, как бы написала сама песню. Конечно. А вот как, и не одну. У тебя вот как-то. Нет, я имею в виду, ну, с первой, с самого начала. Да, да. У тебя как-то. Почему? Ты всегда такой был творческий человек? Или тебя все-таки родители? Ты знаешь, да, я. Вот нет такого, что вот знаешь, типа вот жил и решил написать песню, и написал. Так, наверное, на самом деле не бывает. Все-таки я писала стихи всегда лет с 12 раз. Да, я писала текст, писала стихи. Творческий человек. Ну да, все-таки да. Творческий человек. Конечно. Да. Я. Так, и почему ты решила выложить эту песенку в интернет и пошла-поехала? Да, у меня из-за этой песни через 2 недели у меня каждый раз выходило много-много песен, и не одна была песня, потому что на тот момент, когда меня нашли уже продюсеры и захотели, ну, прям серьезно заниматься, у меня уже в сообществе было, блин, десятки тысяч людей, там 30-40 тысяч человек, там за несколько месяцев набралось. И был реально уже такой огромный вообще пласт проделанной работы, ну, то есть куча песен, да, с которыми уже можно конкретно уже концертировать. То есть не одна песня, с которой... Вот, сразу а уже человек, готовый артист, да, готовый артист, уже можно, да, с готовым альбомом. Поэтому у меня как бы песня, и все решено, и вообще остальные песни, которые выходили там, первые 2 года. Это вообще песни, которые были записаны в Саратове. То есть мы даже голос не переписывали. Мы переделали аранжировки, но голос не переписывали. Все честно. Все честно. Да. А потом уже начались премии. То есть прорыв года. Ну, это так и есть. Номинации. Да, ну и премии. Да, какие-то там были премии, какие-то были номинации. Нет, ну какие-то там просто номинации были в каких-то моментах, не везде, все по-честному. Вот. Да. Поэтому, прорывы были прорывы. И что сейчас? Вот что у тебя как бы сейчас, во-первых? Главное, да? Ну, сегодня у тебя концерт в Берлине, давайте не будем забывать. Сегодня главное сегодня? это 100%. А вообще, пишу альбом, делаю новые песни. Вот все скоро... сама? У тебя нет какие-то соавторы? Вот, или ты реально такой человек, который... Авторский сама. Ну, теперь сам... Не, ну, мне на первом этапе очень помогали. Это 100%. Да? Сейчас я просто уже пришла к тому, что мне легче самой делать. Потому что... Мне легче потом винить себя. Например, если это будет провально, мне легче потом сказать, что я... А кто твой первый слушатель?
или слушательница? Кто-то, кто первым кому-то говорит, слушай, вот послушай, я тебе написала. Мои друзья. Есть да. у тебя такая вот кучка могучая, которая, конечно, знаешь... конечно. Но песня «Все решено», mm-hmm. которая «Ядовит, разбит, убит», я mm-hmm. это, конечно, первую услышала моя мама, естественно. Mm-hmm. Я сидела в своей комнате, говорю, мам, подойди, послушай. Зацени. Да, но она, конечно, ужаснулась словам «ядовитая, разбитая, убитая». Я ей показалась, это очень депрессивно. Ну, конечно, когда ребенок такие страшные вещи да, пишет, да, да, но... Ну, такая фаза. Но я наоборот, на самом деле, насчет мамы, я наоборот, все наоборот, мы до сих пор над этим смеемся. То есть, если мама прям вот конкретно про что-то говорит, вот это вот что-то непонятно, значит, это круто. Да, то есть, вот, она уже сама этот прикол тоже знает. Прекрасно. Да, да, да. Ну, видишь, а скоро выйдет клип, кстати. Опа. И песня. На песню «Мутный», она тоже еще не вышла, поэтому... Какое слово такое? Я это слово вообще очень люблю. Да? Есть такие категории людей, их реально ни под какую вот категорию другую. Мутный. Вот, кроме как мутный, вообще нельзя определить. И там прям строчка «ты такой мутный». И, как и бы... все понятно. И все понятно, да. Понятно, и ничего не понятно. Потому что это мутит вот, какой-то. В том и дело, да. 16 октября премьера на Ютьюбе и везде-везде. На телек вряд ли такой возьмут, потому что там определенный формат, и он такой немножко там и запрещенные сцены. Нет, этого еще интереснее. Ну не, ну вы не про еще какой-то мутный клип. Мутный клип 100%. На мутную песню. Конечно. Логично. Есть вообще, знаешь, сейчас так модно... какие-то дуэты. У тебя да. вообще такое вообще практикуется? Ну, у меня каких-то, на самом деле, мощных дуэтов пока не было. Я очень хочешь? Хочу. Конечно. А есть у тебя вот мечта спеть дуэтом хочу? Именно с, вот, с этим человеком? Блин, ну... Кто тебе близок по духу? Я бы хотела с Бастой дуэтом спеть. Опа, конечно. Приезжай. Вот я слышу. Вот скоро. Да. Скоро будет в Берлине. Мне подожди, да. я же говорю. Совсем скоро. Баста, то есть вот такие но вещи. Мне бы хотелось, да, потому что в плане душевной лирики он мне очень близок и такой вот простая лирика, понятная всем и каждому. Мне такое нравится. Это прекрасно. Нам, я думаю, тоже такое понравится. Я думаю, Басте тоже понравится с тобой спеть. Я более чем уверена, что все ждите получится. Когда-нибудь. А главное, знаешь, ну как бы запустить такую да. вот мысль. Сказала уже да, все, и запустила. Все, мысли материальные, я уверена, что все получится. Дорогие друзья, сегодня вечером в клубе Е4. Е4. Отлично. Здесь можно пешком пройтись, кстати, вообще очень ну, рядышком. Мы уже идем. Не, я вас не выгоняла, у нас еще 3 минуты. Есть. Я просто напомню, дорогие друзья, кстати, во сколько начало? Во сколько можно подходить? Ну, я думаю, что надо подходить часам к 11-12. Да, ну, немножко правильно. Разогреться. Конечно. А там уже к часу-то я уже и выйду. Поэтому к 12 приходите 100%. Чтобы уже как бы занять места удобные поближе к и места, к и немножко разогреться, да, конечно. Немножечко, чтобы уже... А то сразу, здесь... знаешь, пятница вечер после шахматного клуба. Сразу, да. Концерт это... как-то ну, да. не очень. Понимаешь, да? Да? Конечно. Дорогие друзья, хочется вам коротко напомнить информацию. Сегодня вечером в клубе Е4 на Айхорнштрассе 4. Все логично. Да, ну я сама еле выговорила, нормально. Заказ столиков по телефону 0176-250-28-375. Я еще раз быстро повторю. Давай. 0176-250-28-375. Можно еще дозвониться быренько и заказать хороший столик на сегодняшний вечер. Эльвира. К сожалению, блиц-интервью очень быстро прошло. Ты знаешь, оно вот быстрое, но оно очень... Ёмко. Вот, ёмко и плотно. И самое главное, мы не нанудили. Не нанудили, вот как все. Все, вот да. это 2 часа, кто все, по гороскопу. Все, что надо, сказали. Кстати, да. кто-то по гороскопу. Лев, а ты? Все, я тоже? Овен. Нет, а, почти. Овен, ну да, это, кстати, даже, да. Огонь. 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 Сегодня вас ждет огонь, дорогие друзья. Эльвира Т. в клубе Е4. Не пропустите мега-крутую тусовку и, конечно, потрясающий концерт. Эльвира, это только твой первый раз в Берлине на радио «Русский Берлин». Я уверена, что ты еще приедешь, и мы с тобой еще нормально приезд. Посидим, поболтаем по душам. Посидим, поболтаем. Давай, пока. Всем, пока, всем спасибо. Пока. Ощути, какая я бессильная. Я не просила, ум на руках носил. Забывайся на томи и клода дебюсти. Наш с тобой взгляд в одну сторону. Мои мысли при тебе немного скованы. Мы под влиянием магнетических волн. Чувствуем и думаем в унисон. Раньше было невозможно то, что сейчас мне можно. Ты просто не отходи, меня пока веди. Вряд ли кто мне заменит тебя. Я с тобой с ума не своя, да. Пытаюсь разобрать тишину. По частям от огня к льду и ото льда к огню. Небрежно, сложно, думая, что все несерьезно. Стараюсь так, лезу вон.
Ищи меня везде, ищи меня. И ни на кого не меняй. И пусть не отличаешь ночь от дня. Ты все равно везде, ищи меня. Ищи меня везде, ищи меня. И ни на кого не меняй. И пусть не отличаешь ночь от дня. Ты все равно везде, ищи меня. Что у меня внутри тебе знакомо. Ощути, какая я невесомая. Долго ждали лета, этот июль. Так неохота возвращаться в прежнюю колею. Я вспоминаю привычный мне аромат. А ты слова не в попад, скажи мне как. Смеяться так же научи. Твой смех, когда ты меня выручил. И мне опять нашептали, что вызвало много печали. Мы под пустые звуки танцуем буги-буги. Отскоки опять-опять-опять эти глюки. Будто я прицелилась в тебя прямо из пазухи. Пытаюсь разобрать тишину. По частям от огня веду и от льда к огню. Небрежно, сложно, думаешь, что все несерьезно. Стараюсь так, лезу вон и скажу вон. Ищи меня везде, ищи меня. И ни на кого, ни на кого.